главным козырем ориентальной кошки является ее экзотическая внешность. Странные пропорции тела и большие ушки. Ориентал напоминает инопланетного пришельца, который случайно попал на Землю. У этих кошек нет подшерстка. А если он есть, то в самом младенчестве и очень-очень небольшой. Они очень грациозны, длинные, на тонких ногах. Считается, что это кошки-спутники. Если вы не можете позволить себе завести собаку, смело заводите ориентал. Он будет сопровождать вас везде. Они сами приходят на ручки, сами просятся на ручки и готовы сидеть на руках с утра и до вечера. Такие кошки-компаньоны. Хорошо относятся к незнакомцам, они не конфликтны. Кошки обладают удивительным интеллектом, мне кажется, даже умнее некоторых людей. Ориентальные кошки хорошо поддаются дрессировке, могут научиться даже приносить предметы в зубах и совершенно спокойно гуляют на поводке. Важно понимать, что трюки кошка будет выполнять исключительно по настроению и в качестве знака расположения к своему хозяину. Бесполезно пытаться заставить восточного аристократа сделать что-то против его воли. Кошка начинает своих котят приучать к социализации. Уже в 2 недели она приносит им вот такую игрушку. То есть с мячиком вот такая игрушка. И кошка, котята как выходит, если уже из гнезда, она эту игрушку таскает за ними. То есть вот они погуляли, она им принесла. Погуляли, унесла обратно. То есть удивительная порода. Ориенталу Баасану 2,5 года. Он выглядит и ведет себя как настоящий мачо среди других котов на выставке. Баасан привык к вниманию со стороны прохожих, и со своим другом Баден-Баденом они нетерпеливо ждут, когда же можно будет заняться любимыми активностями – побегать и попрыгать. Порода очень активная. И с ними хорошо играть. И если вы хотите взять, то лучше взять 2 ориентала, да? Ну, либо взять в пару кому-то. Тогда он не будет досаждать. Тогда он прекрасно будет проводить время друг с другом. А если брать 1 ориентала, ну, лучше дать достаточным количеством времени, чтобы он не скучал один. Ориентальные кошки не требовательны в уходе. Достаточно время от времени протирать их специальной резиновой перчаткой для удаления отмерших волосков. Также у ориентальной кошки быстро отрастают довольно длинные когти, поэтому для комфорта питомца их рекомендуется постригать.